Договор о Евразийском экономическом союзе подписан 29 мая, но официально в силу вступает в январе 2015. Какую работу предстоит сделать за эти 7 месяцев? На этот вопрос сегодня ответил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Асан Кожаков на брифинге СК. По его словам, до 1 июля нужно завершить подготовку договора о присоединении Армении к ЕАЭС. Кроме того, необходимо ратифицировать проект договора в парламентах трех стран. Также, по словам Кожакова, Казахстан, Россия и Беларусь рассмотрят вопросы гармонизации пенсионного законодательства. С точки зрения пенсионного законодательства у нас же в странах разное. Вот. И, например, у Казахстана и Беларуси очень разное. У России где-то в каком-то в определенных моментах она где-то схожа, но тоже отличается. Будет гармонизироваться законодательство, а унификации пока речь не идет. Но речь идет о том, что можно было отчислять пенсии в соответствии с правилами, которые приняты в том или ином государстве.